Всем приветики. Пришла ко мне такая посылочка. Это заглушечки Dust Plug. Или Dust Plug, что-то такое. И здесь правильно написано, 64 цента я за них отдал. Обычно указывают неверные данные, но здесь редкое такое событие, что указали верные данные. И самое интересное, что я обычно получаю их сразу, а эти неделю меня ждали, я реально неделю за ними не ходил. Вернее, я как приду, там куча народу, уйду, опять приду, куча народу. И так в итоге два раза ходил, уходил, а сегодня третий раз пошел, забрал. Взял-то тоже куча народу, передо мной было, грубо говоря, 40 человек. Я взял талончик и ушел. А потом через полчаса прихожу, и как раз прямо вот мой называют, я такой. Это обычная почтовая посылка, почтовый пакетик без пупырки. Внутри такой вот пакетик с штрих-кодом и, собственно, сами заглушечки. Я заказывал такие, у меня уже такие есть, но заказывал еще одни такие, чтобы были вот эти штучки ровненькие, потому что у меня есть такие ровненькие беленькие, а черненьких нету, они у меня такие скошенные. А я хотел именно ровненькие, чтобы свою заменить. Вот они здесь будут лежать. И у меня есть как бы вот такие беленькие, ровненькие. А черненькие, они немножко скошенные. А у меня телефон черненький, не хочется в него беленькие заглушечки вставлять. Вот черненькие, они такие подскошенные. Они подойдут, по-моему, у кого этот разъем стоит для наушников на краю. И получается скошенный, вот туда идеально подойдет. Но у меня он ровненький. А ровненькие у меня только беленькие. А беленькие, значит, на телефоне не круто будет смотреться, поэтому я заказал черненькие. Ну, чисто из-за этих вот штук заказал черненьких. Чтобы можно было их поставить вместо моей. Потому что у меня стоит железная, ну, с палочкой, но железная. И она в некоторых местах тонкая, и туда порой пыль попадает. А через такую резину, резина она же плотно прижимается, не попадет. Вот получается у меня такая, но она железная. А здесь такая. Ну, я не знаю, здесь палочка поменьше, будет ли она открывать или нет. У меня получается, ну, по длине, по самой заглушке они одинаковые, длина одинаковая. Просто что здесь железная, и она не сильно прижимается, а здесь резиновая. Резина будет сильнее прижиматься, потому что все-таки резина, она лучше прижимается. По этому кругу они одинаковые. Может быть, резинка чуть поменьше, но в целом у резинки есть такие вот ребрышки. Вот они, ребрышки. По бокам. Одно, второе, третье. И вот они, по идее, должны прижиматься. А здесь нет, оно просто ровненько. И только одна резиночка вот здесь вот стоит. А здесь она вся резиновая, по идее. Ну и так на вид резиновая толще. Так вот, если посмотреть, на вид резина толще, чем железная. Соответственно, она должна лучше прижиматься и не пропускать больше грязи. Но палочка маленькая, не знаю, достанет ли она до кнопки, чтобы открыть сим-карты. Если нет, то, в принципе, можно вообще отсюда убрать. Вот она достается легко, просто потяни, она вытянется. И просто использовать как заглушку без этой палочки, и все. А открывать сим-слот можно любой скрепкой. А можно вообще ее достать, если надо будет. В принципе, так-то длины хватает. Она даже еще больше, чем это. Длины хватает просто вставить туда, чем-нибудь придавить, и оно точно откроет. В принципе, можно так и таскать. Да, я, наверное, вот эту поставлю. А все эти... О, где-то уже палочки валяются, откуда-то она вылетела. Я даже не заметил. А она лишняя, похоже. Здесь, получается, должно быть 5 беленьких заглушечек. Они, кстати, ровненькие. Есть закругленные, а есть ровненькие. Это ровненькие. 5 белых. 5 черных. Да, все верно. Потом 5 черненьких заглушек для слота с наушниками.
и 5 беленьких заглушек для слота с наушниками. То есть все целенькая палочка просто. Я даже одну лишнюю палочку сюда забросили на всякий случай. Да, получается, она ниоткуда не вывалилась, она лишь... Да, она лишняя. Ну да. В итоге я их положу всех сюда. Беленькие, вот к беленьким можно положить, потому что они одинаковые. Ну и, собственно, и черненькие можно сюда положить, потому что они одинаковые, просто цвет другой. Прибыло у меня пополнение к моим заглушкам. Но их можно использовать не только для телефона, а вообще для любого устройства. К примеру, у вас есть, например, допустим, какой-нибудь белый плеер. Вы берете, естественно, в плеере вам не нужна вот эта железячка. Вы просто достаете эту железячку и ставите в плеер или в любое устройство, где вам нужно затычку поставить, вот эту затычку, все. И просто в середине дырочка будет, но она вам не мешает. И все. В любом устройстве можно использовать. Это круто. Ну и также черненькие тоже. В принципе, палочку можно бросить сюда. Одно ставить, потому что я ее буду ставить. И все остальное забросить сюда. Вроде бы их тут так много, но в то же время столько места свободного остается вообще. Удобная эта коробочка такая на самом деле. Ну, это только что поставил в этот телефон, в мою заглушку, вот эту черненькую, вместо вот этой, которая там стояла. И она довольно-таки плотненько села, крепенько, крепче, чем это сидело. Это сидело там, но не крепко. Она держалась только вот этой вот резиночкой, получается. А та вся резина, плюс в ней таких вот 3 ребрышка, и она лучше держится. Она прям так крепенько туда зашла, то есть сильнее уплотнение будет. И туда меньше будет всякой пыли, влаги попадать. На это был расчет, что резина будет лучше. А это, в принципе, можно не выделять ради нее одной такой железной отдельную полочку. Поэтому сюда положим. Потом, если что... Ее тут можно будет среди всех найти. Она выделяется. Среди всех остальных она реально выделяется. Вот. Ну, а насчет той истории. Я пришел, что вначале говорил. Смотрю, передо мной 38 человек. Я такой, блин, долго. Ну, ладно, взял талончик, ушел. Побыл дома полчасика. Я рядом с почтой живу. Побыл дома полчасика. Прихожу на почту. И как раз вот мой талон передо мной, который... Я такой, о, я вовремя. И тут вот прямо... Можно сказать, через пару секунд меня вызывает. Я захожу, просто беру посылочку и ухожу. Потом, когда шел домой, мне такая радость переполняла, что я прям так, как великий уравнитель, все рассчитал. Все так чутенько. Хотя я не знал. Я мог прийти, а мой талон бы уже прошел, мне тогда пришлось бы новый брать. Но это чутенько так получилось. Как бы те, кто там сидел, наверное, в шоке были. Какой-то чувак пришел, взял талон, ушел, потом приходит через полчаса. И вот ровненько он заходит. Как будто бы знал, что его позовут. Они, наверное, в шоке были, они там сидят часами, а я просто пришел, ушел, все забрал. Мне такая радость переполняла, что я все так четко рассчитал, что все так чётенько получилось. Я прям рад был, когда домой шел с посылочками, что мне не пришлось ждать. Пришел, взял талончик, ушел, пришел, взял посылку и ушел. Все идеально, не надо полчаса, час там сидеть ждать. Это вообще, я бы не люблю сидеть ждать вот эти часами, это вообще не мое. Вот. Не, вот такая вот посылочка, такие вот заглушечки. Заглушечка уже стоит. В телефончике довольно-таки круто. Единственное, что я не знаю, как слот сим-карты среагирует. Ну, сможет ли эта маленькая палочка открыть или нет. Ну, а так, в целом, это именно то, что я хотел. Стоит недорого, 64 цента, в общем, я доволен. Ну, на этом все, всем покедово.